переходим к восстановлению данных с помощью загрузочной флешки. Вот наша загрузочная флешка, вот наш жесткий диск. И как видим, здесь есть стартовая страница, и выбираем здесь именно восстановление, то есть нам нужно именно восстановить его. Выбираем восстановление, есть также файлы и папки, но нам нужен пункт диски. Теперь выбор архива. Выбираем наш архив, где у нас лежит образ системы. Это у меня бэкап. И вот мои разделы. Вот он, мой образ. И даже дата написана, когда он был создан. И выбираем его. Выбрали. Теперь мы переходим дальше. Выбираем далее. Как видим, здесь пункты, есть метод восстановления. Все. Теперь выбираем далее. Теперь восстановить диски и разделы. Метод восстановить выбранные файлы папки. Восстановить диски и разделы. Далее. Теперь выбираем, что нужно именно восстановить. Перво-наперво, конечно же, мы выбираем все пункты, потому что нам нужно восстановить локальный диск C, где у нас система занята. Нам нужно восстановить MBR. И нам нужно восстановить зарезервированную систему, которая 500 мегабайт, отдельный раздел. Выбираем все пункты. Выбираем далее. Как видим, здесь несколько параметров появилось. Здесь написано зарезервированной системы. Выбираем именно зарезервированную систему. Вот первый пункт. 500 мегабайт. Принять. Теперь у нас зарезервированная система выбрана. Далее. Дальше. Выбираем укажите настройки восстановления раздела C. То есть именно раздел C. Здесь все интуитивно понятно. То есть здесь не ошибетесь. Выбираем новое хранилище. И выбираем локальный диск C, именно C, который нам нужен. Выбираем принять. Еще хотел бы вам кое-что сказать. Если у вас нету зарезервированной системы, то есть вы когда размечали область, то 100 мегабайт не выделялся, то выбирайте только локальный диск C. Возможно, там есть именно вот этот файл, файл на 500 мегабайт, который раздел, где служит для загрузки системы. Так что если у вас нет зарезервированной системы, именно раздел нету, то возможно он уже образ снимался с него. И но если он все равно не, после восстановления не грузится, то вам нужно будет выделить 500 мегабайт раздел. Все, принимаем и выбираем далее. И выбираем MBR, восстановить MBR. Если у вас GPT разделом, то есть UEFI, то вы, конечно же, уже выбираете другие разделы, свои разделы. То есть там UEFI раздел полностью восстанавливаете таким же образом. Теперь выбираем наш жесткий диск. Это у меня Samsung. Выбираете полностью, не бойтесь. Второй раздел локальный диск D у вас останется. Все файлы ваши сохранятся. Просто здесь нам нужно... Выберите целевой диск для восстановления MBR. Нам нужно именно его. То есть наш жесткий диск выбрать. Не выбирайте здесь ваше внешнее хранилище, а то он MBR перепишет на ваш внешний жесткий диск. Как видим, здесь даже раздел указано. Зарезервированная система 500, локальный диск C. Выбираем далее. И вот, как видим, завершение. Здесь вы можете прочитать вот это все. По секторное восстановление, удаление раздела и по секторное восстановление. То есть здесь все понятно. Все эти пункты нам понятны. Выбираем приступить. И ожидаем. Вы можете нажать галочку выключить компьютер после завершения операции. Завершение работы. Выбираем завершить работу. Ну все. Теперь у нас ноутбук выключился. Отключаем флешку, отключаем жесткий диск. Пробуем включать.
все это восстановилось, все наши файлы, то есть полностью загрузилась система. Таким образом восстанавливается с помощью загрузочной флешки и с помощью нашего образа системы, который лежит на этом. Также этот образ можно было уместить на эту флешку. Если у меня 8 гигабайт, но он весит 4 гигабайта, как раз уместилось бы на эту флешку даже, не используя этот жесткий диск. Так как хотелось быстрее восстановить, жесткий диск внешний будет предпочтительнее, так как у него скорость выше.